Привет, привет, девчоночки. Сегодня у нас вторник. Собираюсь на работу. Вчера у нас понедельник был государственный выходной за Троицу. Но мы работали. Работала вчера. В общем, с работы вышла без 15:06. Дали мне там задание. Ну и справилась я с ним почти к 6 часам. Пальцы были, вам не передать. Перчатки прогорели. Ну ладно. Жарко, девочки, очень жарко. Поставила завариться кофе. Очень на кухне. Тридцатник жарит с утра. Девочки, у меня в пятницу закончился абонемент в спортзал. Вчера я купила повторно на 12. Ну, знаете, вчера пришла. Я там сейчас выкину. Вставлю. Вчера же был выходной, все люди выходные, получается, ну, я не знаю, приходили, кто, может быть, не приходил, кто уже отзанимался. В общем, знаете, так мало людей, но только вот это, знаете, мне вчера очень стало плохо на работе. Я так думаю, мы в воскресенье в Харьков ездили, я там выбрасывала Старжин Яр, сейчас выкину вам еще парк Шевченко и парк Горького, очень классно. И чтобы понимали, мы ходили, мы приехали, сначала в Старжин Яр, а потом пешком перешли в парк Горького, из парка Горького в парк Шевченко, потом сели в метро и уехали. Мы на окраине оставляли машину на платной стоянке, потому что Харьков город очень-очень, ну, движение очень интенсивное, понимаете, у нас, ну, город маленький, тихий, не такое движение, решили не рисковать и сели на метро, да и быстрее. Вы знаете, намного, потому что в выходной все люди пытались куда-то выехать, и очень пробки на дорогах. А в метро сел, знаете, даже в метро я бы сказала, что людей много. Но в парке было Горького, конечно, много людей с детками, ну там рай для деток. Вот, девчонки, на прошлой неделе вообще не выбрасывала видео, спешу тоже, потому что, честно, думала, уволюсь с работы. Даже заявление уже написала. В общем, ребята, как оказалось, пообещали мне одну сумму, а потом сказали, что я смотрю, все получили, а мне ничего нет дополнительно. Я же мои 4 дня отработала с субботой, а мне ничего больше нету. Ну, я думаю, ну ладно, может быть, из-за того, что я же не весь месяц. Ну, все равно, говорю, Сергей, что знаете, пожалуйста, начальнику. А тут он приходит мне и говорит, а тебя даже нету в наказе на надбавку, даже фамилии твоей нету. Ты работаешь за минималку. Говорю, в смысле, по субботам? И остаешься, вот у меня рабочий день должен быть до 4:30. Я вчера вышла без 15:06. То есть это я буду работать за минималку. Один выходной, говорю, нет, извините. Я сразу написала заявление. Подошла к директорше, говорю, извините, пожалуйста. Вышло недопонимание. Не стало ничего. Говорю, вы одну сумму мне огласили, она кто вам, что? Да, говорю, давайте не будем разбираться. Мне в отделе кадров сказали. Ну, думаю, вплоть там так быстро на расправу, что и девчонок уволят. Говорю, ладно, не будем. Давайте так, я напишу заявление. Ну, я просто не готова за минималку жить на предприятии. Извините, ну и тихонько разойдемся. Она, а сколько бы вы хотели? Ну, я назвала сумму, говорю, 15 тысяч, чтобы хотя бы 12 на руки получить. Но, ребята, говорю, жить я не могу здесь за такие. Она, ну, я же типа не решаю, мы будем это обсуждать с Артемом Григорьевичем, сыном хозяина. Вечером мне обещали дать ответ, не дали. На второй день, наверное, к вечеру мне принесли приказ новый, перепечатанный, что у меня 15 тысяч, и даже если предприятие не выполняет план, то свои 15 тысяч я, ну, получаю. Но первые 2 месяца испытательного 10-8 на руки. Ну, до 27 июля я работаю. В общем, вот так, девочки. Что у меня еще, девчоночки? 6 килограмм сбросила, там с копейками, я копейки вообще не считаю. То ли 500, то ли 700 грамм, ну это я не считаю. Вот это сбросила, и вес застопорился.
вчера снова взвешивалась. Он стоит, так как мне объяснили, организм не понял, что происходит, и стал держать ресурсы, накапливать. Но я не поправляюсь, а просто то, что он, ну, запас делает. Оно пойдет. Сказали, надо ходить, заниматься. Девочка ничего не стала. Одеваю футболки. Рука у меня стала мал. Девчонка, у меня начала качаться рука. Очень качается. Мышь стара растет. Сказала Аня, тренер дочки, что перестаньте таскать большие. Хотя я большие, так сказать, и не таскаю. Говорит, перестаньте таскать большие, перейдите на 25 килограмм, лучше чаще. Говорю, Аня, куда же чаще? Я и так, знаете, все там три подхода делают, я 5-6, потому что я не отдыхаю. Я говорю, мне вчера стало очень плохо на работе, наверное, тепловой удар все-таки получила. Я пришла на работу, мне плохо, все стало, ну, у меня вечером было плохо, когда мы приехали, но я, ну, помылась, легла спать, оно ничего, стало утром, я себя хорошо чувствовала. Я на работу шла, себя прекрасно чувствовала. Я туда пришла, мне что-то плохо, к обеду, ну все. Я просто не могла, мне так было плохо. Я выпила спазмолгон, мне помог. Я выпила салпадрин растворимый уже после обеда. И тогда только мне обезболило. И не знаю, думаю, идти мне в спортзал, не идти мне в спортзал. Ну вы знаете, пошла, занималась. Единственное, что вот и голова у меня не болела. Но вот эта вот очень громкая музыка, она так бахкает, вот это бу-бу-бу-бу. Вот это, думаю, мне, думаю, класс, что так мало сегодня людей в спортзале. Беговые дорожки, арбитрек, занимания хочу. Я так, знаете, по всех походила, все поделала, очень мне понравилось. Наверное, скорее всего, я так думаю, праздник, кто отзанимался, потому что я там переходила дорогу, девчонки шли, ну, я их, в одно время мы с ними, а не раньше, так как в выходной пришли, занимались. Кто вообще там, я слышала, что, ну, отпрашивались тренеров, что мы не придем в понедельник. В общем, было мало, обалденно. Отзанималась, конечно, девчонки, думаю, боже, ну, вот так сердце станет. Не, вышло, вот именно после тренировки ловишь кайф. Идешь так вот, знаете, уже солнышко не было, ветерок так маленький начал обдувать. Я шла, вот вышла и пошла. Классно. В раздевалке, то всегда приду, много-много девчонок, знаете, ну, тоже неудобно снимать. Вчера вон снимала я одна. Вот. Ну, там еще две девочки занимались, они чуть позже пришли. Я пришла в 6, они, наверное, с 6:30, ну, еще остались девчонки, что я вообще одна в раздевалке. Переоделась. Домой смонтирую сегодня, девочки, парк Горького покажу. Девчонки, я не знаю, но мне кажется, у меня щеки стали меньше, ну не намного, но они меньше, вот правда меньше. Напишите, меньше или нет с прежним. Как говорила одна, только щеки трясутся, вроде уже не так трясутся. Вы знаете, там такой пупсик. Ой, я с него не могу. Вчера был этот пупсик, девочки. Я не понимаю, знаете, человек за 35 до 40 в таком контексте, он вот это приходит. Вот знаете, я, ну, я пришла, вот и все, я заплатила. Ну, я же сама сюда пришла, да? Я, например, смотрите, делаю на ноги, потом, чтобы ноги отдыхали, но не сидеть. Иду, делаю на руки. И вот так вот, ну, чередую, не отдыхая. Он так штанга, вот так как повис. Вот это все смотрел. Думаю, что ты пришел? А то мне села ноги качать. Он напротив, я думала, он будет поднимать. Он сел и сидит. Потом пошел, наверное, на беговой дорожке 5 минут. Потом пришел, немножко вот такой вот потаскал штангочку. Потом как лег на маты, такой валик, типа массаж, он, знаете, такой пупырчатый. И он его то под спину, то под ногу, то под бок.
И катается вот эта вот булочка. И думаю, ну зачем ты пришел тогда? Ну, честно, я не понимаю. Такой, знаете, надо было вчера снять. Карлсон. Вот он мне Карлсона. Он такой, ну, делает, ну, правда, Карлсон. Там еще есть, ну, более, ну, я тоже большая. Еще есть больше. Но он какой-то вот, вот этот вот Карлсон. Ему сзади пропеллер, ну, Карлсон. И тоже ежик вот такой интересный. Я так, знаете, делаю упражнение, смотрю на него и думаю, ну, наверное, из дома, может быть, мама. Мне кажется, он не женат, нету ни кольца. И такой вот, знаете, думаю, наверное, мама выпхала. Потому что уже вес у него, ну, тоже же большой, наверное, ну, и оно же возраст дает же свои. Мама, наверное. И вот он, знаете, как пошел, мама не видит. Ну, типа ходит, типа занимается. Ну, все, мои хорошие, надо собираться. Все, буду уже одеваться и выбегать. Сейчас вам добавлю сюда, в спортзал. Ну, сейчас уберу там звук, а то очень громко музыка. Пока, мои хорошие. Заходите ко мне, не забывайте меня. Подписывайтесь. Привет, привет, мои хорошие. Девчонки, 6 вечера. Видно было. Я только с работы пришла на тренировку. Сейчас 2 часа занимаюсь. И дома включусь. Thank you.
девчоночки, спустя 2 часа. Ой, смотрите, где часы. Ой, как их показать, вытащить. О, 8. Спустя 2 часа. Все, собираюсь домой. Устала. 6 пришла, до 8 занималась. Девчонки, беру воду 0,9. Пустая. Не хватает мне уже 0,9. Жарко очень. Фу, очень жарко. Выпиваю всю. Пересохло. Нужно брать 2 бутылки таких. Мало мне уже одной. Девчонки, выйдем на улицу. Мокрая, девочки, виски мокрые. Затылок весь мокрый. Ой, все, девчонки, иду домой. Я сегодня была на работе до без 15:06. Через мост перебежала, пришла сюда в 6:05, уже пошла заниматься. И вот 8:05 я ухожу. Девчоночки, сегодня у меня закончился абонемент. Сегодня я его взяла снова на 12:00. 3 занятия в неделю. В пятницу будет последнее 12-е занятие. Я снова купила на месяц. Не знаю. Да, тяжело совмещать, но... Сейчас придем домой, расскажу. Все, все, все. Я домой. Отзанималась. 9 час. Я иду домой. Угу. Кінзаєва відпрацює.